Всем привет! Я нахожусь в мечети Шейха Заида в Абу-Даби. Самая красивая мечеть, самая большая мечеть. И давно сюда хотела попасть, наконец-то попала. И сейчас на входе, кстати, выдают вот такую вот одежду, если у вас вдруг нет абая с собой. И она выдается бесплатно, ну и вход в мечеть тоже, по-моему, он тоже бесплатный. В общем, сейчас я все покажу, что здесь будет, и саму мечеть, она очень красивая. Вот это вот, кстати, колонны, мраморные колонны, и они инкрустированы натуральным камнем. Вот вся техника, в которой выполнены колонны, это инкрустация камнем. Вот там впереди очень красивая люстра висит, огромная. Вообще красота. А если посмотреть на пол, на полу лежит огромный ковер. Данный ковер, который находится в мечети, является самым большим ковром в мире. Площадь этого ковра более 5500 квадратных метров. Ковер изготовлен иранской компанией, и его вес более 47 тонн. Из этих 47 тонн 35 тонн это шерсть и 12 тонн это хлопок. Это вот такой вот шерстяной ковер. Люстра, которая находится в зале, это самая большая люстра из семи, которые находятся в мечети. И все люстры украшены кристаллами Сваровски и, кроме того, сальным золотом. Вот это вот главная люстра, которая находится по центру зала. Она до 2010 года была самой большой люстрой в мире, но с этого года, с 2010 года, она уступила первенство. Теперь самая большая люстра находится в Катаре. Но, тем не менее, люстра, которая находится здесь, продолжает оставаться самой большой люстрой, установленной в мечети. А вот еще одна люстра. Вот еще одна люстра. Это пятая люстра, которую мы насчитали. Тоже люстра вся украшена кристаллами Сваровски австрийского происхождения и сусальным золотом. Изготовлены данные люстры все в Германии. И стены тоже, техника на стенах, это тоже мрамор, инкрустированный камнями. Это все не рисунки, это инкрустация идет, как называемый камень ткани. Кстати, если вы сюда приедете, то лучше с собой взять какие-то носочки, потому что перед входом в мечеть вам придется разбуться. А пол на самом деле.
изделие он мраморный, и он довольно-таки холодный. Особенно в зимнее время суток, поверьте, вы в зимнее время года вы, возможно, очень сильно замерзнете, ноги замерзнут. Потому что сейчас даже вот прям не сильно холодно на улице, но я чувствую, что у меня очень сильно замерзли ноги. Поэтому обязательно возьмите. Кстати, Абайл уже тоже лучше взять все-таки свою, она, по крайней мере, будет у вас по размеру, а не так смотреться, как у меня, например. Она на меня очень большая, и та, которая меньше по размеру, она на меня очень короткая. Ну, вот такая вот история у меня, в общем, с Абайл. Ночью, кстати, мне здесь становится намного еще красивее. Стоит появляется такая подсветка, включается, и виды просто становятся завораживающими.